Верхняя палата британского парламента оказалась в центре масштабного скандала. Лордов обвиняют в безделье. Из 800 членов палаты многие даже ни разу не голосовали, но деньги за работу получают исправно. Продолжит Светлана Чернецкая, наш СОПКОР в Лондоне. Британский парламент – один из старейших в мире законодательных органов. Многовековые традиции здесь чтут по сей день. Но в последнее время все чаще звучат призывы пересмотреть их, дескать, устарели. В частности, состав Верхней палаты. Ведь палата лордов насчитывает 800 человек, по количеству уступая лишь парламенту коммунистического Китая. Исходя из такого огромного числа политиков, неудивительно, что большинство пэров никогда и не выступали в парламенте. Многие даже и не голосовали ни разу. И, возможно, британцы и дальше закрывали бы глаза на такую раздутую палату, если бы не деньги. Официально лорды зарплату не получают, но каждому из них полагается пособие за посещение. А это 300 фунтов в день, около 10 тысяч гривен. И что примечательно, дают их за регистрацию и даже не проверяют, что было сделано за этот день. Поэтому, по словам самих пэров, есть такие, кто забегает за деньгами и тут же исчезает. В принципе, все согласны с тем, что палату лордов необходимо реформировать. Но вот что именно нужно менять – вопрос. Консультации начало еще правительство Блэра, а не длятся все эти годы. И такое впечатление, что мы ходим по кругу. В отличие от членов палаты общин, лордов не избирают, а назначают. Они получают свои пожизненные титулы с подачи премьера или же по наследству. Есть также лорды духовные, представители англиканской церкви. Большинству пэров за 90, и уже годами длятся дебаты о том, что процесс назначения лордов давно устарел, и их нужно избирать. Но до сих пор традиции нерушимы, и реформа палаты лордов остается только на бумаге. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».